Знаменательных моментов в истории хоккейного клуба «Торос» немало. В самом начале пути спортсменам приходилось играть на открытой площадке. Уже тогда клуб заручился поддержкой нефтекамцев. Посмотреть на упорство, профессионализм и виртуозную игру приходило огромное количество местных жителей. Тогда и было принято решение построить в городе ледовую арену. Ну, я думаю, что следующий такой этап, вот можем назвать, это вот строительство как раз ледового дворца, когда... Было, во-первых, все это сделано очень быстро, то есть команда была быстро собрана. Понятно, что о каких-то результатах, наверное, в первые годы сложно было вести речь, но, тем не менее, вот уже Торос имеет три братины, то есть трижды становился чемпионом. И, наверное, вот эти вот самые вот, чемпионские годы, да, годы, когда завоевывали серебряные, бронзовые медали, наверное, вот это основной этап вот развития клуба на данный момент. Хранителями традиций клуба стали тренеры Альфред Юнусов, Василий Чижов, Роберт Мурдускин, Константин Полозов и Руслан Сулейманов. Будем говорить, что не просто как-то отбывали номер, да, а всей душой прикипели к команде, всей душой прикипели к Нефтекамску, да, и которые на самом деле внесли вот, я думаю, что вот именно вот эти вот, ими были заложены вот такие вот традиции, да, что Торос никогда не был на последних ролях. Даже, допустим, какие-то неудачи были там в сезоне, да, или еще что-то. То есть клуб все равно старался показывать отличный такой атакующий хоккей. Это уже была прерогатива тренеров. Я думаю, что они вот из сезона в сезон вот к этим традициям возвращались. В 2006 году тренером клуба стал Альфред Юнусов. Знаковая личность для Тороса. Перед ним стояла серьезная задача – объединить команду. Ну, я думаю, что нефтекамский болельщик воспринял несколько настороженно, наверное. Все-таки человек приехал из Уфы, да, будем говорить, назначен, да, как бы в команду, должен был поднять ее. Роль Альфреда Асанча Юнусова здесь в том, что он смог заложить вот те традиции, которые впоследствии только развивались. Потому что первый год вы все прекрасно понимаете, что это особенно трудно, особенно тяжело. Да? И новый состав хоккеистов здесь, да, и молодежь одновременно играли, и ветераны. И вот найти вот этот баланс, ему все-таки вот удалось и создать вот тот боеспособный коллектив, который, в принципе, и потом творил чудеса. Альфреда Юнусова не стало в 2014 году. Он не покидал тренерскую скамью до последнего. Несмотря на болезнь, был рядом с командой. С 8 по 10 августа в Нефтекамске в его честь пройдет турнир. Еще в те годы Альфред Юнусов особое внимание уделял молодежи, как и новое руководство Тороса. В первую очередь нужно обратить на подрастающее поколение. Да, дети – это наше будущее. Чтобы каждый возраст, который участвует, это 6 возрастов пениста России, каждый возраст смог попасть в группу сильнейшую, группу А. Затем, чтобы мы, именно команда мастеров «Торос», смогла готовить под главную команду КХЛ игроков. И при этом нужно со счетов не сбрасывать, чтобы команда «Торос» была в лидерах высшей хоккейной лиги. Первый матч межсезонья пройдет уже 6 августа. А прямые трансляции матчей «Тороса» в рамках высшей хоккейной лиги можно будет увидеть в эфире нашего телеканала. Глеб Безбородов, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ.